В ефірі студії «Репортер». Мене звати Василь Базаблук. Сьогодні до нас завітали декан факультету лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету Ганна Адамова, а також генеральний директор департаменту перекладів, співзасновник Асоціації перекладів і філологів Ірина Калюжна. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про факультет лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету, основні його переваги. Знание иностранных языков является неотъемлемой составляющей любой успешной карьеры. Сегодня многие фирмы сотрудничают с международными компаниями, поэтому нуждаются в квалифицированных кадрах, владеющих иностранным языком, которые могли бы общаться с их партнерами и вести деловые переговоры. Факультет лингвистики и перевода готовит высококвалифицированных специалистов, готовых работать в различных сферах деятельности, требующие высокий уровень знаний иностранных языков. На факультете лингвистики и перевода есть два направления. Первое направление – это восточные языки, такие языки, как китайский язык, арабский язык, и европейское направление – это английский, немецкий и французский. Подавая электронное заявление, абитуриент указывает основной иностранный язык. На факультете изучают два иностранных языка, то есть второй иностранный язык будет по выбору. Если абитуриент выбирает английский, то второй иностранный язык будет по выбору, либо немецкий, либо французский. Выбирая французский, немецкий язык, второй иностранный язык – это английский. Выбирая китайский язык, второй иностранный язык будет тоже английский. Второй иностранный язык студенты начинают изучать уже на первом курсе. Благодаря преимуществу нашей образовательной программы заключается в том, что по окончанию четвертого курса студентам присваивается квалификация, присваивается филолог, переводчик и учитель двух иностранных языков. Благодаря тому, что за время обучения студенты проходят педагогическую практику, это практика в школе, это практика в лицеях, в гимназиях, также практика на курсах иностранных языков, переводческая практика, это бюро переводов, департамент переводов, крюинговые компании, транспортные компании, это туристические агентства. Для студентов открывается широкий спектр трудоустройств, и уже к четвертому курсу студенты совмещают обучение и образование. Отдельное внимание на факультете мы уделяем стажировкам за границей. В этом году при поддержке президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова был подписан меморандум о сотрудничестве с педагогическим университетом города Шанхай, которая позволит студентам уже со следующего года обучаться 2 года в университете и 2 года в Китае. Эта программа будет действовать. Сейчас мы разрабатываем учебный план, и со следующего года уже возможно будет обучаться по этой программе. Также отдельное внимание мы уделяем носителям языка. В этом году, к сожалению, в условиях пандемии к нам не смог приехать лектор из Франции, господин Даблеш. Он прочитал онлайн лекции для студентов, посвященные искусству, культуре, традициям Франции, и желающие и интересующиеся студенты французским языком могли прослушать онлайн такие лекции. Немецкий язык тоже набирает свою популярность сейчас. В этом году к нам наш факультет посетил представитель международной организации, с которой мы сотрудничаем, рассказал о возможностях трудоустройства и возможностях стажировки в Германии от 1 месяца до целого семестра. Возможно, обучаться в Германии абсолютно бесплатно. По окончанию четвертого курса студенты поступают в магистратуру. Магистратура длится, она есть как дневной формы, так и заочной. Магистратура длится на дневной форме – это 3 семестра, на заочной форме – это 4 семестра обучения. Также по окончанию четвертого курса, для того, чтобы поступить в магистратуру на основании диплома бакалавра, студентам необходим единый вступной экзамен по английскому языку. Если у вас есть уже диплом магистра и вы хотите получить образование в сфере филологии, филологии перевода, то это возможно также сделать, но уже без вот этого экзамена, да? То есть не требуется этот единый вступительный экзамен. Достаточно
вашего диплома и вступительных экзаменов. Также при университете есть курсы по подготовке к этому экзамену, они уже действуют. У нас сертифицированные преподаватели, которые прошли обучение по программе подготовки к единому вступительному экзамену по английскому языку. Желающие могут записаться на сайте нашего университета, можно записаться на такие курсы. Хотелось бы еще отметить, что в университете работают высококвалифицированные преподаватели. Да, это профессора, доценты, но что еще важно отметить, что это практикующие переводчики, да, что это преподаватели, которые работают не только с теорией, но и с практикой. Также у студентов на факультете лингвистики и перевода есть такой интересный экзамен, называется «Перевод в сфере туризма». Это студентов мы готовим по программе «Экскурсия об Одессе». То есть студенты еще обучают в университете, уже проводят экскурсии в качестве стажеров на английском языке для иностранных студентов. Если сейчас уже началась регистрация на внешнее независимое оценивание, и абитуриенты выбирают специальности, хотят обучиться по специальности филология, перевод, то им необходимы сертификаты ЗНО. Такие сертификаты ЗНО как? Обязательно украинский язык и литература, иностранный язык обязательно, и третий иностранный язык по выбору. Это может быть история Украины, география, биология, химия или математика. Да? То есть как бы, уже известны, какие будут сертификаты на нашу специальность. Что нужно еще отметить? 100 баллов проходной балл. Да? То есть это тоже очень важно. Поэтому... Пропоную вам змоделювати ситуацію. Ось я абітурієнт, який обирає виш. Якщо я хочу навчатися на факультеті лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету, я обираю дві мови, правильно? Так? Так. Я обираю, наприклад, англійську та китайську, але англійську я знаю, а китайську в мене бази немає. Як відбувається навчання? Мене всьому навчають з нуля, чи щось потрібно знати, а, наприклад, китайську з нуля? Спасибо за вопрос. Любой иностранный язык, который вы бы не выбрали, будет изучаться с нуля. Да? То есть с базового уровня. Первое время мы уделяем особое внимание фонетике, произношению. То есть мы начинаем изучать иностранный язык с алфавита. Поэтому мы ждем абитуриентов не только подготовленных, да, но и с нулевыми знаниями, которые бы, например, хотели изучить китайскую филологию, которая сейчас особенно востребована. В этом году, к сожалению, к нам не смогли приехать волонтеры из Китая, у нас есть носители языка. Они в этом году проводили занятия онлайн для студентов, которые изучают восточную филологию. Вот на вашу думку, расскажите, будь ласка, за какую мову есть такая перспектива, та яка мова найпопулярніша на сьогодні? Ну, могу сказать вам, что... развивается сейчас и набирает свою популярность китайский язык. Хотя английский язык, конечно, без него сейчас никуда. Да? То есть английский язык по-прежнему делает самые большие наборы, хотя китайский язык набирает популярность, потому что и Одесса плотно сотрудничает с китайской стороной. И это сейчас модное направление, да, то есть не только для работы с международными компаниями, но и в школах очень часто сейчас в качестве факультативов преподают иностранный язык китайский. Наши студенты проходят практику педагогическую и в этом году пошли на практику преподавать китайский язык в школах для младшей школы. Добре, а який язик найважче вчити? Тому що я знаю зі свого досвіду, в школі я вивчав німецьку мову. От німецький часто порівнюють з російською по складності. А які мови, на ваш погляд, найскладніше вчити? Ну, возможно, наверное, все-таки я остановлюсь на том, что китайский язык, он, наверное, будет самым сложным, поэтому мы уделяем особое внимание, чтобы уже с первого курса со студентами работали носители языка, чтобы у студентов была возможность поехать в Китай, проявить свои знания, очутиться в языковой среде, прочувствовать, как это, когда это не заготовленная ситуация, да, а когда это твой образ жизни. Поэтому отдельное внимание на факультете мы уделяем именно стажировкам за границей.
Розкажіть, будь ласка, нам про департамент перекладів, а також асоціацію перекладачів і філологів, та взагалі наскільки затребувані сьогодні випускники вишу? Ну, асоціація переводчиков и филологов существует уже более 15 лет. Целью и задачей ассоциации переводчиков и филологов является популяризация изучения иностранных языков, естественно. Членами ассоциации переводчиков и филологов являются не только переводчики, филологи, лингвисты. Членами ассоциации переводчиков и филологов являются представители национальных меньшинств, представители масс-медиа, фирмы, компании, организации, огромные университеты, техникумы. Что касается департамента переводов, могу с гордостью и с полной ответственностью сказать, что департамент переводов является одним из самых больших бюро переводов в Одессе и, наверное, одним из самых больших бюро переводов в Украине. У нас в Одессе около 5 или 6 бюро, филиалов. У нас 2 филиала в Харькове, 2 в Киеве, у нас есть филиалы в Стамбуле, в Стокгольме. Поэтому у нас огромная-огромная база переводчиков, профессионалов своего дела. С гуманитарным университетом мы уже сотрудничаем более 15 лет, плодотворно сотрудничаем. У нас очень много проектов, у нас очень много проходило и будет проходить фестивали языков. По поводу практики, хочу сказать, что и отметить, что практику студенты у нас проходят, вернее, студенты разных университетов у нас проходят практику, но с гуманитарного университета студенты приходят, наверное, с более глубоким знанием, с каким-то уже пониманием того, куда они пришли, что они хотят, с желанием, самое главное, выучиться. И департамент переводов может предоставить большой спектр вот именно все для того сделать, чтобы отстажировать студента так, как надо. То есть студенты, практиканты, которые приходят в департамент, они непосредственно общаются с профессионалами, не просто там что-то читают или сидят, что-то переводят, они могут общаться и с клиентами, могут общаться и с переводчиками. Переводчики у нас тоже, с полной ответственностью говорю, одни из самых лучших в Украине и в Одессе, потому что у меня есть переводчики, которые работают больше 15 лет вот в одной организации, больше 15 лет тоже. И ассоциация переводчиков филологов, департамент переводов может позволить себе, есть возможность отправлять тоже студентов, обмениваться опытами в Стамбул, в Стокгольм. Вот этим вопросом мы сейчас занимаемся по Стокгольму, а в Стамбул это вообще не есть проблема для нас. Еще хотелось бы мне что сказать. Мне хотелось бы сказать, что очень много студентов, которые проходили практику у нас на нашей базе, на базе Ассоциации переводчиков и филологов в департаменте переводов, оставались работать. То есть мы готовы давать места людям и студентам, абитуриентам, которые покажут высокий уровень, которые закончат стажировку и университет с хорошими знаниями. Мы готовы и всегда открыты к тому, чтобы взять их на работу. И у нас всегда есть рабочие места. По поводу языка хочу добавить, что кроме китайского, я бы, наверное, еще добавила арабский язык, как более такой прогрессивный в плане того, что его изучают сейчас на уровне с китайским и с английским. Вот китайский, арабский, английский — это 3 языка, которые сейчас главенствуют, наверное, вообще. И еще хочу добавить, что в связи с тем, что у нас этот год такой, с этим COVID-19, как-то сложилась такая обстановка, что многие боятся приходить, заниматься. У нас все в департаменте переводов создано для того, чтобы студенты приходили и не боялись за свое здоровье. То есть у нас все приспособлено к тому, чтобы стажировку и отстажировывать людей, не переживая за их здоровье. Розкажіть, будь ласка, чи затребувана сьогодні спеціальність перекладача, тому що ми знаємо, що ми живемо в епоху інформаційних технологій, все розвивається. Чи буде затребувана ця спеціальність через 20, через 10 років? Я не знаю, що буде через 20 чи через 10 років, але хочу сказати, що я вже це говорила, що
Вакансия переводчика у нас открыта всегда, независимо, даже от русско-украинский. У нас всегда есть потребность в хорошем специалисте, в переводчике какого-либо языка. Китайский, английский, арабский. Мы всегда ждем. Мы 2, 3, 4 открытых места у нас всегда есть. По поводу того, что будет ли она востребована, ну, как минимум, устный перевод никто никогда не отменял. И если вы идете на конференцию, на мероприятие, то никакие вам новейшие технологии не заменят общение живое с человеком. Поэтому я считаю, что всегда будет профессия переводчика одна из самых... Кстати, мало того, что она самая интеллектуальная, самая востребованная, она и, знаете, с каждым днем переводчик получает все новые и новые знания. Каждый день он берет какие-то документы, какую-то работу, и каждый день он получает что-то новое-новое. Он учится, несмотря на то, что ему может быть 50, 40 или 60, он учится каждый день, открывая для себя что-то новое. Поэтому это очень интересная профессия, очень востребованная, я думаю, она и будет востребована. Дякую вам за такую відповідь. Розкажіть, будь ласка, як відбувається навчання в період COVID-19 в Міжнародному гуманітарному університеті та як керівництво вишу піклується про здоров'я та стан своїх студентів? В період пандемії, звісно, заняття були перенесені онлайн. Це робота не тільки в Zoom, це робота на різних платформах, які ми осваювали. Я думаю, що ми успішно справились, тому що результати сесії були дуже високими, дуже якісними. Студенти змогли із дому проходити різні тренінги і семінари. Ми організували навіть більше кількість лекторов, которых мы из-за различных условий не могли пригласить, мы организовывали такого плана встречи, лекции для, например, у нас был разговорный клуб с носителем языка по немецкому языку онлайн. У нас проходит школа китайского языка, она была презентована в прошлом году и до сих пор действует. Был набор школьников 10-11 классов, которые продолжают работать онлайн. И в этом году провел курс лекций лектор из Франции. Он прочитал лекции о культуре, искусстве и традициях Франции. Які відгуки про факультет ви чуєте кожен день від своїх студентів, а можливо вже випускників? Знаете, наши студенты уже на втором курсе начинают работать, да, потому что сейчас профессия учителя, это учителей в школах и в детских садах, очень востребована. Уже со второго курса студенты начинают практиковать. Лучшие студенты, конечно, мы оставляем лучших студентов в университете, в стенах университета, они продолжают работать и обучать других студентов, готовить младшее поколение. Поэтому могу сказать, что студенты, да, что сейчас важно, Важно, студент, поступив в ВУЗ, для него важно, чтобы эта профессия, эта специальность приносила прибыль. Так вот, уже на втором курсе студентов, сейчас в этом году не было, конечно, возможности, летом многие из них уезжают за границу, мы предлагаем стажировки на летние каникулы. В этом году на летние каникулы мы предложить не смогли, но несмотря на COVID и на все, да, на эпидемиологическую ситуацию в мире, студенты уехали, 9 человек у нас было вот на стажировке в Германии, в период с сентября по октябрь. Они занимались в университете онлайн, находясь при этом в Германии. Якщо абітурієнт все ж таки поступає на факультет лінгвістики та перекладу, обирає цей факультет, в нього є можливість обрати спеціальність, так? Навчатися на перекладача чи на вчителя? Чим интересна наша образовательная программа? Тем, что по окончанию четвертого курса вам присваивается квалификация филолога, переводчика и учителя двух иностранных языков. То есть это в рамках одной специальности вот такая квалификация. Да? То есть выбирая наш факультет, вы получаете сразу три специальности. Розкажіть, будь ласка, чи затребовані зараз випускники вишу у школах міста Одеса, можливо, і України?
В этом году студенты четвертого курса, у них педагогическая практика. Абсолютно все студенты были направлены в школы города Одессы и сейчас проходят практику в школах города и области, да, что тоже очень важно, потому что в городе всегда хватает учителей, а вот область всегда особенно учителей английского языка. Студенты делают отчеты, присылают короткие видео своих открытых уроков, занятий, разминок в качестве отчетов о своей практике. И мы можем наблюдать о том, можем наблюдать процесс, как студенты проходят педагогическую практику. Студентов, которых бы мы не направили на практику, таких студентов нет. Всех студентов школы разбирают заранее. Также в течение летних каникул у нас на нашем факультете проходит школа юного переводчика, что позволяет студентам, школьникам, которые учатся в 10 классах, провести с пользой занятия в университете абсолютно бесплатно. Мы предоставляем такие мастер-классы, это тренинги, это лекции, это изучение различных отрасли иностранных языков не в школьной программе, а в игровой форме. Мы приглашаем, мы делаем набор, обычно это апрель месяц, в апреле месяце мы делаем набор вот в такую летнюю школу юного переводчика. Міжнародний гуманітарний університет – це один з вишів, в якому і викладають, і приїжджають іноземні лектори. Ось, на вашу думку, наскільки важливо студенту спілкуватися не тільки з викладачем, який є одесит, можливо, а можливо з України, українець, наскільки важливо спілкуватися саме з носієм мови сьогодні? Ну, всегда было очень важно общаться не только с преподавателем, но, естественно, с людьми, которые по менталитету другие, по произношению совершенно это другое, потому что, обучившись в университете с носителем языка и отучившись в университете просто с преподавателем, который знает язык, это две большие разницы. Очень часто у нас в департаменте переводов есть такие заказы, которые клиенты, которые просят исключительно перевести, чтобы перевел носитель языка. Или мне надо выучить, там, бизнесмен, мне надо выучить язык там, в течение 2-3 месяцев, но чтобы был исключительно носитель языка. Поэтому, естественно, это очень важно. И это дает, ну, это многогранность. Естественно, знания и опыт и, будет совершенно другой с носителем языка или с просто преподавателем, который знает, или с человеком, который знает язык. Зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів та, можливо, запросити не тільки на День відкритих дверей, а просто запросити до Міжнародного гуманітарного університету на якусь екскурсію по факультету, щоб вони ознайомились, побачили усю матеріально-технічну базу вишу, познайомились з викладачами, можливо, послухали вже якісь лекції від студентів старших курсів. Уважаемые абитуриенты, мы приглашаем вас поступать на факультет лингвистики и перевода Международного гуманитарного университета. При университете сейчас действуют курсы, подготовительные курсы к сдаче, успешной сдаче ЗНО. Мы приглашаем вас на страницы в соцсетях в связи с тем, что в условиях пандемии сейчас Дни открытых дверей мы проводили онлайн. Да? Все записи есть на страницах наших соцсетей. Есть также видеоролики о том, почему стоит выбрать профессию филолога, почему стоит выбрать профессию переводчика. Вы можете смотреть на страницах в наших соцсетях. Это страницы в Фейсбуке, в Инстаграме. Также на сайте нашего университета есть информация и по документации, которая вам нужна для поступления, также по сертификатам ЗНО. Будем рады видеть вас в стенах нашего университета. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Нагадую, що в студії були декан факультету лінгвістики та перекладу Міжнародного гуманітарного університету Ганна Адамова, а також генеральний директор департаменту перекладів, а також співзасновник Асоціації перекладів і філологів Ірина Калюжна. Дякую вам ще раз за ефір. Дякую. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь з репортером.